И чего ты, Богдан, изображаешь? Я вырабатываю смелость. Это типа ты лезешь по ответственной стене? И что будет, когда ты заберешься? Я расправлю крылья и полечу. Ого! Кого-нибудь спасать? Прямо Супермен. Рожденный ползать, летать не может. Ну, ползи дальше. Я полечу. Вот увидите. Привет. О, привет. А чего это ты сегодня с мячом? Мне его подарили. Смотрите, какой яркий. Так может, с ним поиграем? Давайте, только сильно не бейте. Ну, пошлите. Хорошо. Я хочу летать. Я хочу летать. С мячом играют. Одно слово. Девчонки. Вот это да! Мяч надо не бросать, а пинать. Ты что наделал? Ой, извините, я не хотел. Мой новый мяч. Может, вызвать МЧС? Они приедут с высокой лестницей. Ага, а родителям придется за вызов платить. Ну, а что теперь делать? Девочки, смотрите! Это же Богдан! Не может быть! Глазам своим не верю. Держите свой мяч. Спасибо. Как это у тебя получилось? Как ты научился летать? Просто надо очень захотеть. Пока. Что, опять летать начал? Пришлось, я проспал. Здравствуйте. Садитесь. А почему дверь открыта настежь? Она сама открылась. Мы ее не трогали. Странно. Мистика какая-то. Мне сейчас показалось, что надо мной что-то пролетело. А вам не показалось?
Это у нас Богдан Кузнецов летает. Ну ладно, сейчас не до шуток. Начнем урок. Это не шутки, это правда. Богданчик этим летом научился летать. На дельтаплане, что ли? Да нет, он сам летает, без всякой помощи. Сказки. Как это возможно? Ему голубь накаркал. Почему уж не ворона? Мы сами видели, это было так. Я хочу летать. Вот это да. Ну так, все, хватит на сегодня фантастики. Начинаем заниматься. Кстати, тема сегодняшнего урока звучит так. Сверхъестественные силы человека. Ого, тема прямо в тему. Молодец, хорошо сказал. На тему сверхъестественных способностей человека философы всех времен очень много дискутировали. Они сошлись лишь на том... А мне сегодня во сне Астерикс и Обеликс подарили флакончик с супербальзамом. И ты во сне летал? Нет, я проснулся, а на тумбочке этот флакончик. Пробовал? Нет, я боюсь. Попробуй, можешь полетаешь. В те далекие времена сверхъестественным способностям человека часто приписывали действие чудесных эликсиров. Ну, в наше время это называется просто допинги. Эх, была не была. Спасите! Держите меня! Держите его! Поймали? Нет, Юрий Иванович, он сам остановился. У меня действие эликсира закончилось. Ребята, а что это сейчас? Здесь такое было? Это, Юрий Иванович, сверхъестественные силы школьников. Запись. Очень неприятно. Одевай очки. Вставай. Прыгай. Я снимаю. Вон, летело. Богдан, беги. Чикардос. Садись и опускай. Не. А йога. Проговорите. Вот мне пока... А-ла-ла. Вот то, что... А-ла-ла-ла-ла. Работаем? Вам не показалось? Вам не показалось? А вам... А вам не показалось? Я писал. А вам не показалось? А вам не показалось. Приготовились. Ого! Тема прям... Ого, тема прям в тему. Все замерли. Запись. Посмотрели на него. Побежал. Стоп. Снова. Соня.